Всем мурмя, мои котятки, с вами Флоффи Китти, и мы с вами продолжаем прохождение игры Легенды 2 Полотна Богемского замка. Если не ошибаюсь, то это финальное видео по данной игре, в котором мы наконец-то должны найти Тома и завладеть философским камнем. Не знаю, получится ли у нас с вами все это сделать или нет, может быть, и камня-то никакого не существует, и, я не знаю, Том там давным-давно уже убит. Но, тем не менее, шестая часть в этой игры существует, и мы приступаем к ее прохождению. Всем приятного просмотра. Начать. Итак, 5 картин мы с вами уже прошли. Это картина с волшебной башней, где мы восстанавливали справедливость, освобождая Хоттабыча. А вторая картина с побережьем, где мы с вами освобождали дух рыбака. Третья картина, картина с летучим голландцем, где мы освобождали дух грозного пирата Сильвестра. Четвертая картина, картина с рыцарем короля Артура Тристаном, который был прикован к своему мечу, и мы также освобождали его душу от заточения. И пятая картина, видео по которым было выложено буквально недавно, да, то есть последним, сейчас у нас шестое видео, здесь мы соединяли пару Дракулы и девушки, то есть девушка у Дракулы попала в неприятную ситуацию, Дракула не мог с ней воссоединиться, хотя, я так понимаю, он не особо-то и хотел, и мы помогали этой девушке все-таки вернуться к Дракуле. Ой, и шестая картина сейчас открыта нашему взору. Я не понимаю, что это такое. Вижу опять какой-то призрак. Видимо, опять какому-то призраку будем помогать. Давайте, в путь, друзья. Последняя картина. Надеюсь, Том здесь. Было бы смешно, если бы он уже нашел камень и отправился домой. Пока я тут его ищу. Что-то на душе неспокойно после предсказания этого призрака из замка. Надеюсь, покинет этот мир не означает умрет. Мурашки бегают. Господи, Том, во что ты меня втянул? Наконец-то! Неужели ты не могла добраться быстрее? Том, я так волновалась! Что тут происходит? Посмотри внимательно. Меня тут заперли в этой магической клетке. Принеси мне все драгоценные камни, и я освобожусь. И поторопись, детка. Принеси мне драгоценные камни, и тогда мы сможем пройти к философскому камню. Слушай, Том, я тут за тобой бегаю через всяких призраков и вампиров. Можно хоть чуть-чуть благодарности? Нет, Нелли. Видимо, нет. Итак, соберите 5 элементов для медальона силы. Слушай сюда, девочка. Возьми медальон и собери все драгоценные камни. Девочка? Что-то это не очень похоже на Тома. Девочка? Почему девочка? Он бы сказал, слушай сюда, сестренка, или слушай сюда, Нелли, как минимум. Что-то мне это не нравится, мои дорогие котятки. Медальон силы. А не будем ли мы сейчас с вами собирать камни для какого-нибудь злодейского действия? Ладно, давайте. Пока мы не начнем играть и не пройдем этот уровень, мы не узнаем, для чего мы все это делаем. Ну что могу сказать, открыта у нас с вами изумрудная комната, поэтому давайте сюда и переместимся. Начну отсюда. Это единственная незапертая комната. Так, хорошо. Давайте все будем разглядывать, все будем рассматривать. Странный орех у нас с вами какой-то есть, который нам нужно вскрыть. Для этого нам с вами нужно зубило, молоток и... Что это такое, интересно? Похоже на штопор. Похоже на штопор. Ладно, пока можно закрыть. В чаше есть немного земли. Можно посадить что-нибудь. Оно даже вырастет. Ладно, запомнили. Сервант. О, у нас с вами есть что-то похожее на штопор. Так, ищем дальше. Шкафчик. Ого, а здесь есть молоточек.
Отлично. Так, закрываем все это. Что еще у нас с вами здесь есть? Какие-то баночки, ключи. Так, окей, можно закрыть. Рядышком шкафчик вот у нас с вами открыт. Ага. О, семена. Давайте в землю. Росток. Какой чудесный росток. Интересно, если это дерево вырастет, на нем будут орехи? Ну, по логике, да, должны быть орехи. Наверное, нужно какое-нибудь удобрение. Кажется, я начинаю жалеть, что грядки у бабушки копал Том. Хотя, можно попробовать научный метод. Тут даже есть лаборатория. О! Ага, сейчас будем компоненты различными с вами собирать, да? Цветок лотоса собрали, какая-то фляжка, свечка и две микстурки. Так, свечку я видела, микстурка где-то была здесь. Так, и осталась какая-то фляжка. Так, может быть, в серванте? Нет, в серванте нет. Ага, вот она. Мощное удобрение. Давайте используем на росток. Вау. Странный знак. Странные орехи на этом дереве. Это напоминает символ на дверях. Надо попробовать. Ага, то есть в одной комнате мы делаем что-то определенное, оно дает нам проход во вторую комнату, вторая комната даст нам проход в третью и так далее, да? А когда мы будем собирать кристаллы для медальона силы, подскажите мне на милость. Ладно, видимо, все это будет в процессе. Так, странный знак, я думаю, надо использовать вот на запертой рубиновой комнате, потому что символ очень похож. Давайте зайдем в рубиновую комнату. Очень все это необычно и красиво оформлено, котятки. Голова эта мне очень нравится. Ага, я поняла. Нужно пооткрывать все двери. Что-то там мигают. Надеюсь, не бомба? Действительно, каждая комната очень интересна по-своему. Ящик. Нужны камушки, да? Учитывая, что здесь очень много камушков, мне кажется, это будет довольно-таки сложно. Часы. Вау. Установите правильное время на всех часах. Они одно вращают другое, видимо, да? Как мне вращать-то? Что надо для этого сделать? Париж. Плюс один. Москва плюс три. Нью-Йорк минус пять. Лондон ноль. Мне это вообще ни о чем не говорит. Какое правильное время, котятки, я не знаю. Да. Хо-хо-хо! У меня получилось, котятки. Я вам сейчас объясню, что я сделала. Здесь написано Париж плюс один, Лондон ноль, а Нью-Йорк минус пять. Соответственно, если мы вот это время в Париже берем за отметку плюс один, то, соответственно, в Лондоне должно быть меньше, да, на одно деление. То есть мы отодвигаем, отодвинули стрелочку на 11 часов. Соответственно, если в Нью-Йорке минус пять, то мы, соответственно, от 0, от Лондона, да, от 11 часов двигаем на 5. Раз, два, три, четыре, пять. И приходим к 6 часам. Оказалось, все, в принципе, довольно-таки просто. Просто мне изначально показалось сложным это все. Так, и что мне это дало? Кристалл. Хорошо. Но мне-то нужен вот этот кристалл.
Ага, вот он. Отлично. Вау, то есть теперь мы еще и монетки будем какие-то собирать. Свинья-копилка. Давайте будем складывать монетки в копилку. Все, что будет нам попадаться, будем поднимать и складывать. Здесь такая комната, видимо, с различными городами. Да, видите, мы монетки различных стран сейчас с вами собираем. И потом, видимо, шахматные фигурки будем собирать, потому что здесь везде он разбросаны шахматные фигурки. Так, еще одна монетка. Угу, вот она. Да, я вам так сказала, что, видимо, мы будем с вами собирать шахматные фигурки потом, потому что они везде тут разбросаны. Похоже, я нашла все шахматные фигуры, которые были в этой комнате. Осталось найти последнюю. Но здесь ее точно нет. Угу. Оправа для кристалла. Давайте вставим туда кристалл. Вау. Ага, у нас с вами головоломка активировалась. Стена с кристаллами. Окей, окей. Луч света должен пройти через все призмы и упасть на ту, что в нижнем правом углу. Кликните на призму, чтобы ее повернуть. Вот сюда, то есть она должна упасть. Ой. Сейчас вернем ее обратно сюда, я так понимаю. Нет, видимо, не сюда. А куда ее? Даже если так, то она... Ага, все понятно. О боже, это тоже крутится как попало. Это тоже крутится как попало, ясно. Значит, это не сюда нужно было. Хорошо, может быть, вот так. Вау! Вау, классно! Посмотрите, как все волшебно! Вау! Давайте эту стену тоже мы с вами активируем. Луч света должен пройти через все призмы и упасть на ту, что в нижнем левом углу. Кликните на призму, чтобы ее повернуть. Так, нет, эта призма у нас никак не работает. Пробуем, значит, с этой. Так, не с этой, ясно. Пробуем, чтобы это куда-нибудь попало. Нет. Со следующей. Ага, пробуем, чтобы это куда-нибудь у нас попало с вами. Так, тоже не с этой. Попробуем с этой. Сюда попадает и сюда. Давайте вот на этой остановимся. Ой. Давайте вот на этой остановимся. Нет, значит, не на этой все-таки было, а вот на этой. Так. Теперь пробуем эту. Так. Ну, это уж должна сработать, да. Отлично! Задумка просто невероятная. Вау! Странный знак от следующей комнаты. Ну вот, у меня есть знак от еще одной двери. И пустой проектор. В проекторе нет кассеты с пленкой. Вот. Потом, да, мы будем ее с вами искать. Одной фигуры не хватает, надо поискать других комнат. Хорошо, хорошо. Очень похож вот на этот знак. Это у нас с вами аметистовая комната, а это топазовая. Вау. Вау.
Какой красивый цвет. За окном, посмотрите. Куча каких-то проводов, и все искрит. Попробуй хоть что-то починить. Сломанная динамо-машина. Болт, ключ, клетка, непонятно что. Ясно. О, еще и здесь. Понятно. Понятно. Трещина в полу. Ага. О. Так. Болт, ключ. Ой. Ящичек. И ключик здесь. Отлично. Больше здесь ничего нет? Нет. Хорошо. Так, другие ящики не активируются? Нет. Так, там полочки не активируются. Здесь тоже ничего не активируется. О, кстати. А вот и болтик. Эта штука напоминает мне колесо для хомяков. Интересно. Если внутрь запихать хомяка, что будет? Ты мне еще и хомяка нужно найти будет. Или крысу достать, да, вот отсюда, из пола. Так, ладно. Так, сюда мы уже заглядывали, здесь ничего нет. Так, давайте советом воспользуемся. Вот она, рядышком с полкой. Пролом в полу. Боже. Ключ. Может, от клетки с хомяком? А где взять эту клетку с хомяком? Где-нибудь видели хомяка? О, хомяк в клетке. И зачем они посадили хомяка в клетку? Пусть бы тут себе бегал. А, ключ от сейфа написано же. Не думала, что способна сломать ключ. Теперь открыть сейф можно только динамитом. Угу. Динамит мне не попадался, котятки. Здесь кассета, шахматная фигура. Так, давайте по шкафчикам полазим. Может... О, а это что за ключ? Ого! Ничего себе. Ага, тут да и тут и не динамит нужен, а просто собрать предметы для того, чтобы его изготовить. Окей, сделаем. Ой, какая-то же... Что-то же у меня тут активировалось где-то в каком-то месте рука. Ага, шашка динамитная. Так. Вау! Я аж вздрогнула от неожиданности. Какая извращенная фантазия. Посадить хомяка в клетку, а ключ от клетки запереть в сейфе. Хоп! Ой! Упитанный хомяк. Какой милый, приятный хомячок. Отлично. Ух ты! Могучие тут у них хомяки, действительно. Книжный шкаф у нас еще с вами закрылся, котятки, обратите внимание. Так, здесь ее нет. Шар. Ухо.
Первый камень для медальона. Осталось отсюда выйти. Действительно. Да еще и головоломка. О-о-о. Расставьте красные книги на центральную полку в правильном порядке. Наверное, один. Шесть. Почему так? Наверное, два. Наверное, четыре. Наверное, пять. Наверное, 7. Наверное, 8. Это 6, да? Тогда это будет не 5. Тогда вот так, что ли, да? 3, 4... Так. Один, два, три. Четыре, пять. Семь, ой, шесть. Семь. Восемь, девять, десять. Нет, это неправильно. Так, наверное, будет 10, 11, 12. Нет. Какая логика, я в этом не вижу. У этого 6. Покажите мне правильную картинку, я вообще... Не вижу логики. То есть у нас с вами все стояло вот так вот приблизительно, да? Это, то есть, она не двигается. Почему эта цифра 6? Какая тогда должна быть 5? Может быть, это так 4? Тогда будет 5. 6. 7. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я не знаю, как правильно, котята. Я не вижу в этом вообще, ну, как бы, никакой логики. Семь. Восемь, девять. Может быть, так? У нас 6. Почему это 6? Да это 8. 9. 10. Это 11. О! У меня получилось, котята! Да ладно! Оказывается, если вы хотя бы немножко логики включить, что-то получается. Даже не логики, а к сообразительности. Мне везет сегодня. Надеюсь, это какой-нибудь фильм с Ди Каприо. Он такой симпатичный. Нет, спасибо, мне не очень нравится Ди Каприо. Нравятся его фильмы. Особенно «Остров проклятых». Потом «Поймай меня, если сможешь». Невероятный фильм. Так, ну что? О, еще одна головоломка, конечно. Куда же без нее?
нужно сфокусировать проектор. Повращайте колесики, посмотрите, как меняется картинка. А кнопки сброс здесь нет. Потому что у меня куда-то все уплыло. Понятно. Так и будем, видимо, сидеть. Да, опять куда-то у меня поплыло все. Понятно, будем сидеть и щелкать. Пока все не сравняется. Вау! Урса-мажор! Картинка большой медведицы. И посмотрите. Одна из звездочек у нее. Это еще один кристалл из медальона силы. Ох, как классно. Еще камень и знак. Странный знак. Да. Это еще от одной комнатки Нелли. Вот она, топазовая комната. Давайте туда заглянем. Вау. Сколько здесь еще комнат? В холле 4 двери, но вампир видел какую-то секретную комнату. Окей. Загадочная рамка. Сдается мне, это непростая рамка. Мне тоже. Мольберт. Кисточка, масло, палитра и холст. Странный глобус. О, сколько здесь символов. Окей. Бюст императора. На нем какой-то ключ. Еще какие-то элементы. Так, еще какой-то один элемент. Ладно. Сломанный телескоп. Бесполезная куча цветного металла. Разве что я найду комплект линз. Да, наверное, найдешь. Это у нас что-то похоже на планетарий, да? Топазовая комната, это у нас планеты. Очень любопытно. Так, мольберт. Осталось масло мне, да, тюбики? И кисть. Может быть, это и не масло, как-то они по-другому называются. Раньше помнила, сейчас не помню. Так, и еще один какой-то волшебный элемент. Загадочная рамка. В рамку, видимо, мы с вами вставим холст, который у нас здесь с вами получится. Чемодан. Ого, вот здесь вот как раз таки элемент нужный нам. Ага, а вот они и краски. Вот она и кисточка. О, это же портрет Тома. Ага, давайте загадочную картину ставим в загадочную рамку. Ого, эта рамка вовсе не рамка, а портал. Секретную комнату. Ага. Господи, Том, наконец-то. Что с тобой? Как ты сюда попал? Секундочку. Если это Том, то с кем я разговаривала? Точно. Там не настоящий Том. Интересно, а этот настоящий? Что вообще происходит с Томом? Вот первый вопрос, типа, господи, Том, что это такое? Что с тобой происходит? Где ты? Где мы? Вообще, как это все произошло? Как тебя освободить? Че за фигня? Ты сидишь прикованный. Нелли, камень, я должен найти. Понятно. Так, переключатель. Так, что нам нужно? Молоток, видимо, вентиль, рычаг и плоскогубцы. Так, рычаг вижу. Кувалду или молоток тоже вижу. Угу, вентиль вижу. Осталось плоскогубцы найти. Так, закроем, чтобы не мешало. Да, Том, вляпался ты. Так, вляпался. Так, и что нам это дало? Ничего, да?
Зарядить аккумулятор. А как его зарядить? Может быть... Ой-ой-ой. Так-так, девочка. Ты все-таки нашла своего идиота, братцам. Так знай, если ты не принесешь мне полный медальон, то твой брат останется здесь навсегда. Уж я об этом позабочусь. Кто ты вообще? Тоттенкрафт. Владелец замка. Ого. Принеси все камни, и я отпущу твоего брата. Понятно. Ладно. Так. Может быть, вот мне как-то где-то здесь вот его можно зарядить? Потому что я, у меня сломанное зарядное устройство. О! В принципе, я на верном пути. Ну, это первое, что приходит в голову. Прийти в комнату с энергией для зарядки аккумулятора. Заряженный аккумулятор. Все, надеюсь, эта штука отключит кресло, а не пустит ток. Так, мне еще нужно линзы от аккумулятора найти. Вот это что такое? Здесь нам больше ничего не нужно? Ладно. Так, где мы были? В какой комнате? По-моему, вот в этой. Том, Томми! Погоди. Я приведу мысли в порядок. Ладно, приводи мысли в порядок. Так, где у нас с вами были шахматы? Вот здесь. Что это такое? Набор линз. Ага, значит, возвращаемся в топазовую комнату. Ха, таблица планет. Учитывая, что с планетами у меня не очень. Перемещайте телескоп с помощью стрелочек на объективе. Приведите изображение планет на диаграмме в соответствии с реальным. Чтобы повернуть планету на диаграмме, кликните на нее. Ничего не поняла. Все, да? Так. Все, видимо. Прикольно, так, котятки, задумано. Вообще невероятно круто. Все, видимо, да? Мы рассматриваем с вами небо. Видим здесь планеты. И все здесь должны сделать так, как видим на звездном небе. Очень круто. Ага, вот она спряталась. Вау. Классно. Вообще меня все, что связано с ночным небом, звездами, планетами, космосом, всегда тянуло изначально, прямо из детства. Я всегда мечтала, что я буду каким-то там исследователем космоса, открывателем планет или чем-то таким. Ну, как-то вот родители не обратили внимания на это, и, соответственно, мы имеем то, что имеем. Но я все равно благодарна своим родителям за то, что они меня вырастили, дали мне жизнь, что вообще они у меня есть. Спасибо им за это. И дай бог, чтобы они жили еще очень-очень долго. Ой. Третий камень. Осталось два. Что-то мне не хочется давать их этому в круге. Лучше сначала я поговорю с Томом. Ну что, Том? Ты пришел в себя? Эй, мальчик. Нелли. Пока я тут бродил, нашел какого-то жука. Возьми себе. Ты же любишь такие штуки. Скарабей. Найти применение скарабею. Найти применение скарабею. Явно не здесь.
Модель древней пирамиды. Ага. Вау. Да нет. Ой, нет. Ой, сложите все фигурки так, чтобы заполнить пустое пространство. Ой, нет. Я не умею это делать, котята. Вот что-что, вот это задание точно не для меня. Я дождусь, когда заполнится кнопку пропустить, и я пропущу это задание, потому что я не умею собирать вот такие фигуры. Потому что здесь все... Все будет подходить, все, что тебе нравится и не нравится, скажем так. Да. Просто пока можно посидеть, хотя бы, я не знаю, потыкать. Да, это явно не сюда. Это точно не сюда. Так. Это тоже не знаю, куда потом будет, пока сюда воткнем. Так, это точно не сюда, скорее всего. Кто мне подсказывает? Наверное, как-то вот так, вообще, по идее. Так, ну пока просто заряжается. Что-то же нужно мне поделать, нет? Так, это тоже явно не сюда, потому что у нас вот такой фигуры нет. Убираем в сторону. Может быть, вот так? Потом вот так, например. Потом вот так, предположим. Так. Ага, здесь получается какая-то ерундистика, да? Вот это же нам тоже нужно с вами заполнить. Каким-то образом. Да, сюда оно не лезет. Вот что-что, в такие головоломки играть я не научилась. Вот сколько вы заданий ставьте передо мной... И вот это я никогда не выполню. Ну, не умею я, не умею. Мои дорогие котятки, я пропускаю задание. Простите меня, пожалуйста. Я просто не буду сидеть и тратить время для того, чтобы собрать. Может быть, если я посижу, поломаю голову, подумаю, как это все можно здесь пристроить, у меня что-то и получится. То есть я не спорю, но... Сидеть и тратить на это свое время мне как-то вот, ну, не особо хочется. Потому что у меня нет вариантов. Что вот здесь вот? Как вот? Как вот здесь вот все это должно выглядеть? Может быть, как-то так. Может быть, так. Ну, то есть масса вариантов вообще. У меня мыслей никаких нет по этому поводу. Может быть, вот так вот это нужно. Потом вот здесь вот как-то заставить все это можно. Так, например. Все, получается, эти фигуры, они уже не удел, их никуда не применить. Верх я, кстати, собрала. Удивительно, да, но тогда вот с этим у меня беда, я не знаю, что здесь делать. Куда это все? Она не вращается, я так понимаю, да? Это тоже сюда не подходит. Тоже сюда не подходит. То есть что-то мне надо сделать внизу. Эту штучку, если убрать.
Нет, эта штучка, значит, все-таки на своем месте. Может быть, вот эта штучка не на своем месте? Так, ну это, блин, ну точно как-то, каким-то вот таким образом все собирается. Нет, такого продолговатого у нас с вами ничего нет. Здесь тоже так нельзя собрать, потому что... Здесь тоже ничего подобного. Этот крестик тогда остается у меня. Еще удивлена, что я хотя бы первую часть сложила. И то не факт, что это правильно. Может быть, как-то так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Ой. Да ладно. У меня получилось даже без пропуска, просто методом тыка, котятки, вот просто методом тыка. Я просто в восторге, я себе аплодирую. Флэффи Китти прошла вот эту головоломку, это что-то с чем-то. Четвертый камень. Надеюсь, у Тома есть план. Надеюсь. Так, где у нас был Том? По-моему, в топазовой комнате. У меня голова раскалывается. Попробуй собрать ловушку сама. Угу. Шестая глава полностью отведена под головоломки, головоломки, еще раз головоломки, которых не было на протяжении всей игры. Окей. Соберите ловушку по чертежу. Ну, хорошо, нам выбора другого нет. Так. Так. Вот эту штучку надо использовать вот на этой штучке. У меня не используется почему-то. Ничего не понимаю. Так, ладно. Как их? Или надо вот сюда складывать? Я что-то не понимаю. Так. 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 Вау. Просто нужно было все это именно по порядку собирать с левого угла к правому. Молодец, сестренка. Теперь установи ловушку в холле и... Тоттенкрафт вернется в свой мир. Да ладно. Все так просто. Том, ты уверен, что мы все делаем правильно? Ладно. Давайте поверим братишке. И вернем Тоттенкрафта в его мир. Нет! Ненавижу детей. Я еще вернусь, и вы пожалеете. Я еще заберу свой философский камень. Что? Так Том был прав. Надо же. В кои-то веки он действительно оказался прав. Это мой камень. Я его создал. Он мой. Я вернусь за ним, я клянусь. Я так долго ждал этого великого парада планет. Я дождусь следующего. Я научился ждать. Я... Пятый элемент. Том, почему ты не сказал, что это его камень? А в манускрипте ничего не было про то, чей это камень, а только где он. Давай хоть посмотрим на него. А то будет вдвойне обидно, если мы сейчас уйдем.
Я думаю, что я видел место, где он спрятан, перед тем, как меня закинуло в эти картины. И что дальше? Ух ты! Когда я видел это в первый раз, ничего не светилось. Ох. Котята. Еще одна головоломка. Но это, я так понимаю, финал. Уф. Ладно. Соберемся с мыслями. Эта загадка решается в три этапа. Первый. Примените предметы к соответствующим символам. Второй. Вращайте круги, пока маленькие кружки не станут одного цвета. Третий. Расположите медальоны и кристаллы в нужных местах. Хорошо. Применим предметы к соответствующим символам, потом будем вращать круги. Итак. Перышко. Это у нас воздух. Что, нет? Ладно. Ну, свеча-то сюда... В смысле? Может, вот сюда просто тогда... Каким соответствующим символом? Совет? И ничего мне совет не подсказал, он мне просто еще раз все это открыл. Так, понятно, что... как применить-то, эй? Народ. У меня есть свеча. Ну, понятно, что это солнышко. Как ее? Что с ней нужно сделать? То есть еще в своем порядке, вы хотите сказать, это все работает? А, те, которые подсвечиваются. Понятно. Сейчас активировалось воздух. Все, понятно. То есть мы прикладываем предметы к активным элементам. Траву сожгли, сдули и... Добавили воды. Так. Сейчас будем вращать круги, пока маленькие кружки не станут одного цвета. Какие маленькие кружки? Какие маленькие кружки? Котята, какие маленькие кружки-то, я понять не могу. Здесь вот эти маленькие кружки не работают. Маленькие кружки. Какие кружки? Угу. Понятно, вот эти все мне круги надо сделать. Например, желтыми, да? Угу. Все понятно. Угу, вот эти теперь два местами нужно поменять. Как мне это сделать? Не совсем понимаю.
они должны быть... Здесь желтый. Значит, синий должен быть вот здесь. Сейчас сделаем. Кажется, немножко догоняю. Синий должен быть здесь. Все понятно. Нет. Да, все правильно. А-а-а! Они еще, посмотрите, центральная часть у них своего цвета. Да ладно, да бросьте вы. О, какая я невнимательная, котятки. Это рили, не прикольно. Только сделала то, что было нужно, да, и... Зеленый. Желтый уносим. Зеленый остается. Здесь нам надо желтый унести. Сюда будет синий принести. Тут вот этот. Синий забрать. Сюда его вернуть. Теперь все это нужно поменять местами, кроме синего. Вот здесь должен у нас с вами оказаться желтый. То есть мы вообще максимально, да? Отдалены. Так, синий сюда, зеленый сюда. Синий вот сюда мне нужно. Сюда мне нужно синий. Поменять нужно сюда синий. Так, ага. Вот так вот, да, например. И желтый. Ой, что я делаю? Так, все, синий, желтый поставили на место. Так, теперь вот эти два между собой мне нужно поменять местами. Все, у меня теперь отключилась голова. Минутку, дайте мне передохнуть.
котятки. Вот головоломка-то головоломка. Так, расположите медальон и кристаллы в нужных местах. Ну тут вообще, по-моему, много ума иметь не надо. Вау! Это и есть философский камень? Котятки. Мы его видели? Наконец-то все закончилось. И главное, что все закончилось хорошо. Думаю, я даже прощу Тома за все, при условии, что он подарит мне аквариум. Это было очень странное путешествие. Столько миров внутри одного замка. Когда мы вернемся домой, я обязательно исследую все свойства философского камня. Говорят, что он умеет предсказывать будущее и превращать свинец в золото. А этого мерзкого немца мы, надеюсь, больше не увидим. Что он там бормотал про 300 лет? Может, написать письмо для потомков, положить в банку и закопать? А через 300 лет его найдут и будут знать, что делать? Решено. Так и поступлю. Но копать будет Том. После того, как купит мне аквариум. А пока меня ждет куча работы над результатами последней экспедиции. Ну что, мои дорогие котятки, игра «Легенды 2» полотна богемского замка мною пройдена. Надеюсь, вы все, мои дорогие котятки, были довольны этим прохождением, особенно Кости Сектор, для которого, собственно говоря, и снималось данное видеопрохождение, так как он очень сильно меня просил. И надеюсь, вы все поддержите меня лайками и положительными комментариями. И для тех, кто не подписался на мой канал, подпишется. Также, мои дорогие котятки, обязательно нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропускать информацию о видео, когда они выходят на моем канале. Еще раз повторю, чтобы вы ставили лайки, писали комментарии, поддерживали меня донатом, мне будет очень и очень приятно. А я пошла придумывать, что же еще такого интересного снять для вас, мои дорогие. И с вами я прощаюсь на этом, до новых встреч. Смотрите только полезные и качественные видео. Всем пока-пока. Всем мяу.